Соревнования по греко-римской борьбе среди участников клуба «Пересвет» прошли 19 октября в спортивном клубе города Красноармейск. Участники в возрасте от 9 до 15 лет представляли два города – Подольск и Красноармейск. Первые в этом учебном году соревнования собрали 23 участника. Сначала спортсменов взвесили, чтобы распределить по парам. Стрелка на весах иногда еле-еле доходила до 30 кг. Весовых категорий было 12. Каждый спортсмен мог побороться несколько раз. Ребята с малолетства начали заниматься этим видом спорта, поэтому на соревнованиях они смогли показать все, чему они научились. Помимо этого, встреча проводилась, чтобы понять, какие у ребят недочеты и над чем надо еще потрудиться. Чем хороши вообще соревнования, ребят? То, что это соревнование такое немножко стрессовое, ситуация, вы волнуетесь, переживаете. И уже было замечено все спортивные результаты, особенно вот где рекорды устанавливают, бег, прыжки, лыжи, там, и плавание и прочее. Результаты показывают лучшие на соревнованиях, какие-то рекорды там. Почему? Потому что на фоне волнения, когда вы волнуетесь, но удерживаете себя, выходите, результат, как правило, бывает лучше, чем на тренировке. И никогда на тренировках не устанавливают ни в штанге, ни в плавании, ни в беге никаких мировых рекордов. Это, как правило, бывает на соревнованиях, на фоне волнения. Ну а вам в дальнейшем и службу в армию проходить, и родину защищать. И вот эти все стрессовые ситуации, они очень нужны. Чем спорт и хорош? Физкультура, встал, наклонился, подышал, все это здорово. Пробежал по стадиону, все это хорошо. А соревнования — это всегда волнение, всегда вот именно себя преодолеть, выйти и побороться. Чтобы ничего себе не повредить, спортсмены тщательно разминались. Много специальных борцовских упражнений, которые младшие ребята еще не знают, показывали взрослые юноши. Сами схватки были жаркими. Мальчики показывали свои умения, а друзья переживали и болели за них. Соревнования были посвящены празднику Покрову Божьей Матери, одному из особо любимых и почитаемых на Руси. Ежегодно множество мальчишек вступает в спортивные клубы, чтобы научиться различным приемам самозащиты и усовершенствовать свою физическую подготовку. Греко-римская борьба – один из самых старейших видов спорта. В настоящее время это еще и одно из самых популярных видов единоборств. Задача была самая главная, чтобы ребята поборолись, почувствовали, как говорится, технические приемы, то есть поработали в парах обязательно, чтобы почувствовали такой, ну, можно сказать, соревновательный задор, который обязательно влияет на именно развитие спортивного духа. Это очень важно на самом деле. Всех участников соревнований наградили почетными грамотами. Особо отличившимся вручили книги по истории. За схватками борцов следили Алиса Митина и Владимир Новиков.